ней приехали в Радгерс Парк. Сегодня замечательный день. Мы пойдем гулять. Пойдем в цветы. Сразу? Да. Я сразу в цветы. Хочешь? Пойдем. Пойдем погуляем. На цветочной поляне. Опа. А, я уже чувствую запах. Ты чувствуешь? Аромат. Посмотрите, какая бабочка. Нифига себе, какая она огромная. Посмотри, какой огромный богомол. Нифига себе. Вы такое когда-нибудь видели? Это моя рука. Это богомол. У меня большая рука. Вау, какой огромненький. Какой умный. А вот и бабочка. Какая красота! Сфоткай, сфоткай. Привет! Да, богомол огромнейший. На мою ручку садись, а? Садись. Ну, пойдем, что ты садись на мою ручку. Какая ты красивая. Порхай. Если что, мы в Нью-Джерси. Это сентябрь месяц, конец сентября. А все здесь цветет и пахнет. Я думал, на нас прыгнул 2-килограммовый богомол. Что тут около него? Да, здесь был однажды концерт про Робин Гуда. Мы смотрели, сидели и на этой ветке. Вот на этом суку. А, да, и актер Робин Гуд был вместе с нами. Пошли обратно к цветам. Ветку. Пойдем. Душа требует красоты. А вот мы дошли до беседки. Вот такая здесь красивая есть беседка. А смотри, как красиво вот это сделали. Вот не было ж водички, а сейчас пошла. Пошла водичка? Вот, а не было. А, точно. Запустили воду нам. Красота, да? Ага. Фонтанчик. И она стекает вниз. Сюда можно залезть, как в русскую бочку. Я прямо хочу туда прыгнуть. Так, а вот здесь вот такая беседка. Так, вернемся к беседке. Что там уже у нас вокруг нее заплелись эти лианы? Или еще нет? А ну-ка, Люнька, давай проходи туда, я тебя сниму.
Молодец. Так. Вот какая у нас беседка. Это бурундуки какие-то тяжелые. Нынче пошли. Бурундуки, по-моему, падают с деревьев и раздается хруст веток аж со всех сторон. Ладно, мы пока здесь посидим. Вот я пытаюсь. Посидюнчим. Хорошо. Ой. Тишина. И самый класс, что мы пришли без детей. Это такое расслабление. Можно свободно посидеть. Расслабиться. И дети не бегают вокруг тебя. Значит, вот мы от беседки прошли еще сюда, вниз. И вот здесь течет водичка. Сейчас я вам покажу, вот здесь. Здесь такой маленький водопадик. И здесь... О, боже, я только заметил, там сидят какие-то дети. Ага. Какие-то дети здесь сидят. И здесь у нас плавает... Плавает маленькая рыба. Воздух просто нереальный. Ты это говоришь? Нереально. Воздух. Да. Здесь тоже такой ручеёк. И в прошлый раз мы здесь видели лягушек. Квакушек. Именно сюда запустил он свою стрелу и нашел свою судьбу. Красный. Я не была никогда лягушкой, сори, не соглашусь с тобой. А вот водопадик сделали снова. Ладно, Люда, про лягушку я вырежу. Снимай. Что снимаешь? А? Что снимаешь? А, нас снимаю. А, да? А что ты? Зачем? Хочу как-то завершить. А. Начатое видео. Короче, если вы когда-нибудь будете в Нью-Джерси, то обязательно заскочите в Радгерс Юниверсити. Не надо, не доскакивайте. Это наш секрет.